Тогорской средней школе присвоит имя героя-земляка Сергея Маслова. Об этом говорится на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». Герой России – начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль Икамов». Сергей Маслов вырос и окончил среднюю школу в Тогоре. Сейчас местные власти ведут подготовку документов к переименованию школы. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Куприянец отметил, когда школа носит имя знаменитой личности, будь то герой Великой Отечественной, герой России, деятель культуры или науки, это дает положительный эффект в патриотическом воспитании, а без этого никак нельзя. «Мы обязаны продолжать воспитывать детей так, чтобы у нас таких, как Маслов, было больше». Сергей Маслов окончил Сызранское высшее военно-авиационное училище, проходил службу в Чехословакии, принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана, за что был награжден орденом «Красная звезда», а в 2008-м за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, был удостоен звания Героя России.